Я на турбазе. Как она называется, турбаза? Турбаза отдыха Азот. Азот, короче. Что я делаю на отдыхе? Грибочки. Это еще не все. Очень много грибочков. Очень круто. Тут их много так. Настя, кто-то по нему ползет. Может, тебя снять? Снимай, только не вот так. Он собирает грибочки. Я сказала, не так. Ну а что, ты сама повернулась. Так, сейчас будем это все ставить. Сейчас мы будем обжираться. Ну, короче, мы вместе. В основном Настя снимает. Настя, то есть, это как ее? Собирает. Да. Давай, помогай складывать. Ой, ё-моё. Хватит уже, нам хватит на жрачку. Это не тебе. Ну, всем, мне кажется. И не тебе. Это не нам. Ну, как, твоей маме, Данилке, Лизике. И они не едят. Кому это? Маме. Просто одной маме? Ну, не только и папе, они любят. Нифига, мне кажется, они много будет. Им? Ну, хватит, то есть. Им хватит. Вот, это такой. Я буду снимать все 2 дня, как я буду ты тут отдыхать. Снимать? Да. Да, я буду тут от четверга, сейчас вторник. Четвертый час. Вот. Такая у них красота. Обалденно. Это корпус не их. То есть там, короче... Короче... Директора. Раньше мы жили вон в том домике. В ромашке. Настя моет руки в луже. Молодец. Просто вообще палец вверх. Я буду выкладывать это. Мы выкладываем. Она не боится популярность. Еще вон там. Я еще не раз. Я еще рано вообще начала быть. Это еще не все она сказала. О, Господи. Это видео, значит, будет называться «Как мы собираем грибы?» Да. Так. Гриб. Ну, туда, не сюда, вот так. Да. Тут еще белки бывают. И всего такого. Чего? Подожди, у меня... Я с рюкзаком, вообще норм. Ты издеваешься? Да, я издеваюсь. Давай я несу пакет, а ты этот пакет с грибами. Эти пакет со вкусностями. Так, ты пошел, да? Вот ромашка, прелесть. 2 такие типа ромашки. Это кто? Лёва. Кто? Кто это? Лёва. Лёва. Это Лёва. Это Лёва. Где Лёва? Он Лёва. Он где-то лев. Лев. Мальчик на велике. Мальчик на велике. Под взаимным лев. Господи, это красота. Красотущая красота. Деревья, деревья. Я боюсь. Настя! Это поганки. Или маслята. А, Настя, на меня кто-то упал! А это дождь. Где был мой капюшон? А, это ливень! Круто! Настя, бежим! Давай, дай грибы положи. Под ромашку побежали. Под ромашку! Подождите. Тут нет дождя. О, мой весь телефон мокрый. Смотри, Настюш. А, это жесть. Мой телефон. А я ключ, походу, от дома потерял. А нет. Ты что, совсем не пугай меня так? Ручки помыть.
Господи! Видите? Нет, ни хрена не вижу. Не выключу свой фонарь. Вы видите, да? О май гад, просто... Нет, дождя не видно. Короче, тут просто ливень. Лодка 3. Оба-на. Лед, как не знаю откуда. Угу. Дождь стеной называется. Он все, теперь не успокоится. Он теперь так час-полтора будет. Я буду вот так в темноте. Настя, побежим. Ты издеваешься? Я вот так буду телеэкранчик держать. Опа, Гагнум стайл. Вон все летит. О, Господи. Дай Бог, чтобы это был ураган был. А, листья летят, все, короче. Оп, мой Бог. Вы видите? Скажите, что вы видите. Мы видим. Ого! Надо вот это показать. Вы видите, там ветер? Это труба с крыши, да? Да. Это труба с крыши, люди. Труба с крыши. Как у нас, да, дома? О май гад. Трава мокрая. О, Господи. Вон еще одна с крыши. Что? Это фонтан. Вон еще одна с крыши. Труба. Короче, это... О май гад. Видите, да, вы видите дождь. Вы видите, как он капает. Чуть-чуть, да, видно, да? Ага. На асфальте. Вы бы увидели, что вижу я? О, Господи. Это люди, это льёт крыши. Там как будто снег идет. Все замело. Жесть. Жесть полная. Извините, я буду так делать, потому что мне нужно протереть телефон. О, май гад. Вы видите, да? Вон там трубу. О, Господи. Это будет видео частями. Я, короче, сейчас буду все фотографировать. О, май гад. Я буду сейчас фотографировать. Сейчас буду все фотографировать. Давай понятно, что очень там много масляда. Просто дождь такой сильный. И был вообще, не знаю, минут... Не знаю, может, 10-15. Сейчас посмотрю, какая лужа глубиной стала. Вы видите, да? Короче. Настя, давай еще раз. Покажи. Да, блин, а если ключ я его сейчас потеряла? Потеряла ключ? Не знаю. Посмотри. Короче, лужа очень глубокая. Вот. Сейчас посмотри. Она, короче, ей вот посюда, наверное, по всю кисть. О! Вся мокрая, короче, рука теперь у нее. Вся кисть, короче, там в воде была. Настолько глубокая все. Мне кажется... Это лучше течет вот сюда. Люди, водопад. 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 Настя, что? Настя, может, пойдем? Куда она меня потащила? Настя. Пошли уже домой. Вот куда вот она подлезла? Вот ты вообще. Вот если не легкий путь, то обязательно тяжелый. Шо? Ходит с грибами. Ищет грибы. Грибники. Да потом уже соберешь. Давай, пошли. Сейчас еще вырастет за ночь. Так, а как пойдем? Пошли там. Нет, дай поймем. Она хочет получше пойти. Настя, а я как пройду? По луже? Да, я. У меня тряпочные они, люди. У меня кеды тряпочные. Я лучше по травке. По травке я пойду. Ты что, издеваешься? Ты хочешь, чтобы я заболела за лето? Август уже, скоро в школу. Понимаешь, если было последнее августа, то я сразу... О май гад. Вода прозрачная, но... Вода прозрачная, чистая, да? Настя! Речка! Чистая речка! Я наступила в нее, в эту речку! Да,
спрятала. Ну а я что? Смотри, а я... Видите, моя нога? О, Господи. Я заболею, это точно. Но я не хочу болеть. Вообще. Меня там бултыхает. Вот, где? У меня там бултыхает, у него там. И за что ты сделал? Вот теперь у меня... Не надо выключиться тогда. Не надо выключиться тогда. Короче, ну, конечно, красота, но луж немерено. Настя, твои грибы уже завтра вырастут, мне кажется, гигантами. С таким-то дождем. Давай, смотри. Просто, о май гад. Лужи, речки. Угу. Бабе скажу, что мы не успели, бежали, а там лужи. Самое главное, чтобы не промокнуть, прям через лужи бежали. Так бабе скажем. Да? Да. Настя, аккуратненько, ты не пинай, что ты. Настя, я не держу. Да. А я как мала умничка, ничего не несу. Угу. Теперь несу. Это что несу? Вкусняшечки. А теперь тут камни, да? Видите, да? Камни и бам, лужа. Да. Там уже не так глубоко, это уже просто естественная большая лужа. Но в которой побывала Настя, которая была во всю ее руку, это было просто что-то нечто. Глубже было, где я шла. Вы уверены? Так, короче, сейчас не будет света. Нет, света. Да там ничего не видно, там света нет. Настя, может, ты что-нибудь возьмешь? У меня рюкзак тяжелый. А у меня то же самое, что и у тебя. Не, надо просто рюкзак взять, Настя, подержи. Я сейчас дверь открывать буду. Я, короче, у меня просто прививка у нас была. Я после нее, у меня, короче, типа... Легкая астма. Она так всегда. Выключай. Ключ есть. Ключ к разгадке. И темно. Как всегда темно. И тут даже. В квартире темно. Бэшка. Бэш. Ты чего? Настя, где разуваться надо? Там, извини. Бэш. Классный кот. О, Господи. Настя. Смотри. Настя. Короче, у меня носки выжимают, Саш. А я без носков, как умный человек. Кто на кого это? Посмотрим. Настя, нельзя туда. Почему? Там паутичных волос очень много. Ты издеваешься? Да ну всегда издевается. Не, ни в комплике не издеваюсь. Мы специально так с бабушкой сделали. Это я ни капельки не издеваюсь. Ты еще не знаешь, какой у меня сарафан был. Там мы танцевали. Она вообще о чем? Не поворачивай, я же это снимаю. Сейчас все сниму. Она же типа раздевается там. Камон, камон, джага, 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 джага. Раз, два, три. Аня показала, я ничего. Они только посмотрели. Так, вот ноутбук. Модем. О, сейчас покажу браслетик новый. Настя, может, и это не в голом виде. Так вон там камушки чуть-чуть повылетали. Где? О, Господи, чуть-чуть. Настя, не смотри на меня сейчас. Вообще не смотри. А что? Ну, не надо. Как будто в меня, а на физкультуре чё? Чего? А! Да там, я хочу, чтобы сарафан не сейчас, когда я его одевала, увидела ты. Ладно, не буду смотреть. Галушка. Такой классненький, да, браслетик? Такой чик-чик-чик. American boy, American...
Короче, как мои дела? Мои дела хорошо, я в новых штанах и Глория Джонс, майки такой старенькой. Да. Короче, бабушка сама шила. Крутое? Показать? Ну, очень крутое, мне нравится. И бабушкин сарафан, и подтяжки. Танцевали вообще. А мне кажется, оно мне будет как раз. Потому что смотрите, какая я высокая, какая она низенькая. И так что мне оно будет нормально. Тебе оно будет, надо до пола, чтобы было. Зачем? А так-то надо до пола. Это где? Так надо. У нас. Где твой браслет, Настенька? Где твой браслет, Настенька? У тебя на руке. Нет, у меня на руке. Опа, опа, гагнум стайл. Опа, опа, гагнум стайл. Оп, 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 оп. Ваш ты ко мне приезжать не можешь. Бу-бу-бу-бу-ту. Короче, я буду до четверга. Завтра откроется. Как его откроется? Как ты откроется? Сезон. Сезон откроется. Угу. Там 200 с чем-то человек приехал. Нифига. А вот что они здесь забывают вообще? Что они что-то приезжают? Отдыхать. Они дома могут, может, отдыхать. Вот зачем они приезжают сюда? Вот нет, это интересно. Зачем они сюда приезжают? Зачем? Я тут браслет снять не могу. Сняла. И он больно снимается. Он там нет. Вот эти кожу прищемляют. Квадратики. О, так у тебя такой же будет, как у меня. Нифига, телек. Откуда у вас такой телек? И комод. Чего? И комод откуда такой? Новый комод из телека. Настя! Я же на тебя показываю. Господи, я испугалась. Настя. Я же телек с комодом показываю, а не тебя. Сейчас тебя покажу. Раз, два, три, чик. Вот. Как у меня еще дела? Так, приехала я нормально, все там. И в этом влоге, если ты смотришь этот влог, короче, я буду в этом влоге снимать, как мы отдыхаем здесь, что мы сделаем, куда идем гулять, пойдем, может, на речку. Па-па-ла-па-па. У меня такая же мальчонка. Мальчонка. И вот, пойдем на речку, но не купаться, потому что я купальник не взяла. Да? Печаль, беда. Вот. Но теплых дней не будет, потому что тебе обещают дожди. Дожди. Не, ну это дождь мне подойдет. Зонтик под дождик. Это один раз Лиза сходила под дождь. Тут спится еще, короче. А, подожди. Пошли посмотрим, что нам бабушка купила. Пойдем? Зарик. Пошли посмотрим. Не. Я пойду посмотрю. Смотри, мой почерк. Это не сейчас. Давай мороженое в холодильник уберем в столе. Что не достать? Видео отключили. Что нам купили? Видео отключили. О май гад. Оно все полилось. Тут все в мороженое. Тут, короче, полмороженого уже нет. Где дырка, интересно? Поели. Поела бабушка твоя мороженого. В дырочке, ага. Сейчас оно польется там, что ты что делаешь? Матреха, ты что делаешь? Так, мне нужно полотенце, срочняк. Вот этим, да, можно? Спасибо. Можно. А что с этим делать? Хорошо, что это мороженое, обычный пломбир. Ни шоколад, ничего. Но вкусный. Ну, это ваниль. Обычная ванилька. Господи, люди! Ха-ха-ха-ха! Так попробуй это выложить, Настя. А что? Ну просто взяла и что, облилось? Ну что подумаешь? Вот. Такие у нас дела. Вот это еще покажи мне. Кого? Ты это показывала им? Да. И что такого? Ну подумаешь, на ковер. В любом случае, все равно оно бы не как бы. Только на ковер бы вылилось.
мороженое. Смотрите. Мороженое. Его еще лучше дать. Короче, нац весь мороженым. Обожаю нац. Нац, нац. Тут мороженое, типа, это как его? Как он называется-то? Дино мороженое, да? Да. Дино мороженое уже в мороженом. Нет. Там Даниссимо всякие. Это как он называется? Несквик. Шоколад. Еще один нац. Обожаю нац. Еще один нац. Кит-кат. О! Обожаю кит-кат. И там дальше что? Мороженое? Мороженое в пакетике. В реальном пакетике. Я не буду так пить, Настя. Не-не-не-не-не. О, Господи. Что? Это все обошло 600 рублей? Ладно, проехали. Ну как Настя пьет это мороженое через пакет? Все его выпила. О, Господи, мы все мороженое, наверное. Оно офигенно вкусное. И как ты будешь это все с ковра убирать? Позвони бабушке. Скажу, что мороженое растаяло, достали его нормально. У нас уже много раз с дырками было. И так же пролилось? Нет. Вот так легким способом. Очень легким. Угу. Конечно. Пока не впиталось. Вот, короче, так. Озеро Беле. Беле, в общем. Представь, вот это все магнитики по 150 рублей были. Один? Угу. Что так дорого? Аса! Да. Ну, пусть летает. Убей ее. Я остров не люблю, я их боюсь. Мне кажется, все боятся их. Нет. Не все. Теперь я могу пройти в другую комнату? Нет. Я буду в комнате со сой. Ты очень доброжелательный человек. Я. Вон она. На банке ползет. На этой штуке. Вот она. Иди в жопу. Короче, я сейчас сбежу, Настя, лучше ты уходи. А я первый лазит. И дверь закрывает. А я не умею. Ушла? Наса! Все, короче, видео конец. Кто смотрел, тот молодец. И ставит палец вверх. Дались, у меня уже мозоль на ноге из-за роллингов. И сейчас мы идем домой, ну, наш корпус, да? И будем играть в миллионера. Покажи мне. Миллионер. Вот, делать нечего больше. Завтра в 5 часов я выезжаю. Печаль, беда. Да, печаль. Тебя видно. Я ничего, мне посрать. Ей пофиг. Извините за нецензурные слова. Вот. Мне все пофигу. Мы видели лягушку. Такую маленькую. Снимешь сейчас улитку. Ой, гусеница, которую я раздавила. Она раздавила гусеницу. Я сфотографировала. Вот. Вот. Вон, Господи, она ее раздавила. Бе. Настя. Тут ее вытирал здесь. Где Настя? Вот. Просто мне надо показать твою ногу, Господи. Это так трудно. Фу, давай белая. Я. Белая жидкость. Вот, короче. Не так близко, подальше, Настя. Аса. Ё-моё. Вот. Она еще себе палец накрасила коллектором. Нет. Она уже стерла его. Стерла. Стерла. Да я не знаю, для чего вот эта ограда тут.
жгут. Жгут. Людей. Она такая у нас позитивная, щепец. Иди, Настя, иди. Знаете почему? Я могу стать моделью просто так. Может, когда меня... Я дома пробовала 20 книжек на голову положить. Ни одна из них не упала. Может, у меня квадратная голова? А у меня падает. Может, у тебя круглая голова? А у меня здесь ямочка. В деда. Я думала, будет все. Пипец. Сейчас у него будет ямочка. Вот. И, короче, вот. Там грибы посмотрим. Грибы, грибы, грибы. Мы этих грибов насобирались на шоколадку. Иначе я сладкое пристрелю. Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Она нашла пистолет в траве. Водяной. Ну, пистолет. Улитка, улитка. Так было вкусно, что ли? Короче, вон там улитка сидит. Ой, их тут... Настя! Тут столько много улиток, пипец. Вот, во всем тут цветки. О. О. Что там везде? Улитка, 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 улитка. Их много. Люди. Люди, люди, люди. Люди, 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 люди. Смотрите, у них тут такие. Секундочку. Вот ты знаешь, что за девочка? Это наши разговоры. Откуда ты знаешь, что это девочка? Знаю. Челька у них такая там есть. Он, наверное, гусеницу испугался. Нет, где? Это мальчик? Только он ради... Маму потерял. Мама вон там сзади идет. Наверное, туда пошла, к третьей лестнице. Ручка классная, стеклянная. Да? А что ты на этой камере не хочешь? Потому что так мне не нужно переворачивать ее. Ну что, а другое снимать можешь переворачивать. Не, ну если я буду вот так вот идти, да, вот так, извиняюсь, вот так мне надо будет идти постоянно. Я-то тут не могу переворачивать, когда в видео. Я тут не могу переворачивать, да. В айфоне можно, а у меня нельзя. А у меня можно. Во время съемки? Во время съемки? Туда пойдем, конечно. Ну вот. Маленький, маленький. Иисус. Кажется, почему моя? Только если я снимать, как сюда не буду. Все. Чего ты снимаешь? Тебя, давай ключ доставай. Это стоит. Я это буду выкладывать. Покладывай. Так тут ничего не видно. Потому что темно. Конфетка упала. Ой, господи. Дай! Да. Как? Я ищу ключ. Ой, ключ. Я вижу. И Настя на ногу спила ровненько. Все, пока-пока. Что, все? Да. Все. И это второй день. И мы на роллингах. Видно, да. Вот. Как всегда с Настей. Мы как? Я здесь не была ни разу. Это теннисный корт, да? Ты была здесь? Не. Та, тут-то была, а в этом месте я не была еще. Тут такой типа теннисный корт. Вот. И мы катаемся.
Да. Чем бы лавина? Вот, и у меня хорошо дела. Покушали, проснулись. Мы легли в 4 утра, встали в 12:30. Где грибы? Что за цветы? Что за цветы? Цветы какие-то обалденненькие. Это масленок, да? Вот этот вот. Он червивый, мне кажется, нет? Он муравьивый, может. Настя слипает грибы. А я нет.